Здравствуйте, с вами Алена Полынь, и сегодня пойдет речь о гадальных картах от старой цыганки. Это работа от силы, издательство Велигор. Вот такие карты. Их особенности, то, что они черно-белые, вы это видите. Видите обложку сразу и видите, какая коробочка. Значит, что можно сказать об этих картах? Энергетика наимощнейшая. С картами невозможно спать. Цыгане буквально пляшут на кровати всю ночь и играет музыка. Для ритуалов очень подходящие карты. Работают и в деньгах, и в любви, и в раскладах тоже очень хороши. Здесь, в принципе, рассказ о жизни цыган. Но, тем не менее, как бы вот эти все энергии, они перекликаются с нашим настоящим, прошлым и будущим. Карты подходят как и для практиков достаточно таких вот серьезных, так и для начинающих. Очень хорошие карты, в принципе, но одно «но» – у них достаточно жесткая энергия и низкие вибрации. То есть для тех, кто на высоких вибрациях, работает с мягкими энергиями, для тех эти карты не подходят. Те, кто не могут работать с игральными картами, для тех тоже эти карты не подходят. До встречи!